Генеральный спонсор выставки «День Брянского поля» группа компаний «Трейдинг-центр» подготовила самую крупную экспозицию сельскохозяйственной техники импортного и отечественного производства. Машины, которые работают на полях Брянской области в самых крупных предприятиях, смогли оценить гости праздника. Подробности у нашего корреспондента Екатерины Зойдиной. Самоходный опрыскиватель, посевной комплекс, бункер-перегрузчик, тракторы и зерноуборочный комбайн – самая крупная экспозиция на празднике «День Брянского поля» компании «Трейдинг-центр», генерального спонсора ежегодной агропромышленной выставки. Для нас это важно – поддержать мероприятие на нашей родине, показать сельхозпроизводителям, чем мы можем быть им полезны. Крупнейший дилер сельхозтехники в нашем регионе представил около 25 машин и агрегатов для работы на полях. Здесь и почвообрабатывающая, и посевная, кормозаготовительная и картофельная техника. С одной стороны, популярная и известная техника у наших сельхозпроизводителей, которую они уже успели оценить по достоинству. А также наша задача, как крупнейшего поставщика сельхозтехники в регионе, предлагать нашим сельхозпроизводителям альтернативу ушедшим брендам. На сегодняшний день поэтому мы представляем уже ряд китайских брендов, расширяем линейку отечественных производителей в нашем портфеле. Сегодня в ассортименте компании есть грузовики китайского производства, трактора, отечественная почвообрабатывающая посевная техника, бункеры-перегрузчики. Мы и дальше планируем расширять ассортимент представленной сельхозтехники из отечественного производства или из дружественных стран, необходимые для наших сельхозпроизводителей. Сразу обращает на себя внимание гигант экспозиции – самоходный опрыскиватель «Агрифак». Высокая производительность и автоматизация процессов позволяют обрабатывать большие площади при минимальных затратах. Не случайно техника популярна в регионе. Около 10 машин работают на полях крупных предприятий Брянской области. Не менее популярна и эта сельскохозяйственная техника компании «Пёттингер». Мы сотрудничаем с компанией «Трейдинг-центр» уже на протяжении 4 лет. И каждый год компания «Трейдинг-центр» представляет нашу технику в Брянске, в том числе на дне поля, и ежегодно продает несколько машин в Брянской области. Ну и, собственно говоря, мы сотрудничаем вот с компанией «Трейдинг-центр». Наша техника интересна для сельхозтоваропроизводителей тем, что она выполняет за один проход несколько операций. Это позволяет экономить как амортизационные затраты, так и топливо. Здесь же сельхозтоваропроизводители могут посмотреть и отечественные машины. Хотелось бы обратить внимание на то, что наши отечественные производители сельхозтехники подтягивают свою планку и в качестве, и в ассортименте. Есть бренд «Лилиани». Это бункеры-перегрузчики, зерноупаковочные и разгрузочные машины. В регионе уже больше 20 единиц данной техники работает. Но какая бы ни была техника, покупатель обращает внимание в первую очередь на качество сервиса. Поэтому «Трейдинг-центр» предоставляет полный комплекс обслуживания техники, ремонт и поставку запчастей. Екатерина Зойдина, Станислав Пичугузов, Кокина.